И всем привет, с вами Жулик. Как вы помните, в прошлых роликах мы с вами обсуждали тему структурного продукта. Мы ее, в принципе, всю посмотрели, теперь самое время перейти к разделу о монетах Gate.io. Сегодня речь пойдет о такой криптовалюте, как Chain. А перед этим предлагаем вам подписаться на канал Ростиксон, собственно, где вы сейчас смотрите это видео. Пока не закрыли YouTube, посмотрите все видео, связанные с Gate.io, чтобы в будущем вы могли сами без проблем применять эти знания на практике. Но есть еще один вариант, где можно получать информацию по этому сайту. Это подписаться на одноименный телеграм-канал, где автор публикует свои действия и возможные конкурсы, где вы можете принять участие. А прежде чем поговорить о самой монете, нужно немного вспомнить о бирже Gate.io, где находится та самая монета. Gate.io – это ведущая глобальная биржа активов, в том числе фиатная торговля, торговля криптовалютой, маржинальная торговля, фьючерсы, ETF, Hold and Earn, стартап и многое другое. Она представляет вам безопасные, надежные и прозрачные торговые услуги и информацию о рынке в режиме реального времени для цифровых активов, включая биткоин, лайткоин, эфириум и другие. Чтобы у вас была возможность покупать эту криптовалюту, необходимо зарегистрироваться на этом сайте, а перейдя по ссылочке в описании, вы получите 20% скидку на торговые комиссии. Далее вы проходите проверку KYC. Что конкретно вам нужно сделать, вы можете посмотреть видео на этом канале «Зачем нужен KYC? Обязательно ли KYC на бирже Gate.io?». А теперь стоит поговорить о самой монете Xchain. Прежде чем покупать ее, нужно узнать о ней немного подробнее. Используя Chain Core, учреждения могут запускать и управлять блокчейн-сетью или подключаться к растущему списку других сетей, которые меняют способ перемещения активов по всему миру. Цепной протокол определяет, как активы выпускаются, передаются и контролируются в блокчейн-сети. Он позволяет одному субъекту или группе организаций управлять сетью. Также он поддерживает сосуществование нескольких типов активов и совместим с другими независимыми сетями. Chain Core спроектирован с учетом производительности, требуемой современными финансовыми системами. Время создания, подписания и проверки транзакции изменяется в миллисекундах. Sequence – это бухгалтерская книга как услуга, которая позволяет организациям безопасно отслеживать и переносить остатки в формате токенов. Используя Sequence, организации могут безопасно управлять своими финансовыми активами в формате токенов в частных бухгалтерских книгах и вскоре беспрепятственно передавать их по общедоступным сетям. Что же делает цепочку уникальной? Цепной протокол предназначен для создания общей криптографической книги с несколькими активами. Он поддерживает сосуществование и интероперабельность нескольких независимых сетей с различными операторами, использующими общий формат и возможности. Используя принцип наименьшего авторитета, контроль над активами отделяется от контроля над синхронизацией главной книги. Цепной протокол позволяет любому участнику сети определять и выпускать активы, написав собственные программы выпуска. После выпуска единицы актива контролируются управляющими программами. Эти программы выражены на гибком и полном по Тьюрингу языке программирования, который может быть использован для построения сложных смарт-контрактов. Каждая сеть защищена федерацией подписантов блоков. Система защищена от форков до тех пор, пока кворум подписантов блоков следует протоколу. Для повышения эффективности создания блоков делегируется одному генератору блоков. Любой узел в сети может проверять блоки и отправлять транзакции в сеть. Chain Core – это корпоративный программный продукт, реализующий протокол Chain. Издание разработчика с открытым исходным кодом находится в свободном доступе, а Chain управляет цепной блокчейн-сетью в качестве свободно доступной тестовой сети. На сайте Gate.io на главной странице в правом верхнем углу есть строка с поиском. Ну, вы ее сейчас должны видеть на экранах. Далее вы вводите название этой монеты, а именно XCN USDT. Здесь вы можете увидеть график роста и падения XCN. Советую вам немного проследить за этими изменениями и найти нужный для себя подходящий момент для ее приобретения, а затем купить. А на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видео.